станет самым ценным игроком. Это тот момент, которого, наверное, в первую очередь ждут сами баскетболисты. Полонен на Гаркова. Еле как Максим вылавливает передачу. Дальше на Клима. Дайкин. Обратно Судровому. Гаркова потеряли в трехсекундной. И он наказал смачным броском сверху. Как же много данков дарят нам коллективы в этом матче. И мы этому, безусловно, очень-очень рады. ЦСКА Юнион. 35-26. Рыжова. Довольно-таки жестко встречали под кольцом. Но посмотрите, какая великолепная эффективность у команд в атаке. Последние 3-4 минуты называют абсолютно все. Тищенко. Хорошая обманная движение. И бросок сверху от Всеволода. Как высоко он взлетел. Посмотрите, ноль эмоций на лице у Всеволода. Он максимально сконцентрирован на последующем владении, где нужно ему уже защищаться. Максима Савченко сегодня уже 10. Перехват для Шалонина. Максим ставит ему блокшот. Нет. Все-таки фол. Или чистая игра в обороне. Показывает аут. Сергей Фахретдинов. Это блокшот. От Данила Гинько. И как же он успел вернуться в оборону. Шалонин там уже видел мяч в кольце, но Даниил Гинько, браво! Какой прыжок!